выбирали место потеплее. На юге мы, что ты хочешь? Привет. Привет, Маринка, одевайся быстрее. Замерзнет, замерзнет. Поздравляю. Ездили с мамой на Мертвое море, была. Он говорит, это всего не знали, говорит, мне больше всего пустыня понравилась. Говорит, она необычная, она многоцветная. У тебя вначале она желтая, потом красная, потом зеленая становится, потом черная. Дело другое. Цветов много, красивых. Если бы сделал, то вообще конечно. Пятки должна быть вода.
Вода есть? Ну выкупаться хватит? Так оно и было. Сейчас я съем. Да, вот это было. Осторожно, вот это мы даже плавали в этом мире. Специально приехал. Под мою кружку. Да. Можно еще подвинуть. А как ты потом мне обед поведешь? Будет он так. Вадим, ты правильно сделал. Такого. У меня такой же напиток на финише. Ну давай, давай, давай такой. Ребята, где стаканы, пожалуйста? Надо разобрать потихонечку. Разбирайте. Зеленый, пожалуйста. Пожалуйста. Давай, я предлагаю вам начать сразу. Один наливаю в рост. Да, 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 да. Чтобы согреться. 50 грамм. Привет. Улыбайся. Подожди. У него мерный. Он засек. Процесс. По каплям. Так. И в чайник отшел. Потом фигу выпьем. Может, белорусского сам? Пробочку. Ну, передавайте там. Стаканы где еще есть, ребята? Давай, пошли. У меня, конечно. Да. Из Минской области. Из Минской области? Из Минской области. Держи. Мастерский там. Ты тоже есть? Да. Они пока пожалуйста. Сейчас у тебя прошу показывать. Хорошо идете, красиво. Да, здесь все замерли, стоили дыхание. И дружно, кучно, прямо. Любо дорого глядеть.
так хорошо шел, а? Еще раз. А никто не обещал, что будет дорога. Ветер, дождь, все прелести пустыни зимой. Мы заканчиваем маршрут. Было нелегко, но вроде бы уложились даже по времени. Я шепчу привозил же такой подарок. Больше ты смотри, не чтобы не ровно разлил. Эй, а это уже чего? Уже не ровно, уже костя.